Очень краткое содержание рассказа «Злоумышленник» Антона Чехова. Если в двух словах, то сюжет рассказа разворачивается следующим образом. Простой крестьянин откручивает гайку железнодорожного полотна, и его передают суду. Виновного мужика отправляют в тюрьму, и он никак не может понять, за что. Теперь немного подробнее. В здании суда на скамье подсудимых находится худой, оборванный мужичок Денис Григорьев. Его обвиняют в откручивании гаек железной дороги. Он не отрицает того, что действительно откручивал гайки, но не видит в этом ничего особенного. Григорьев прилежно отвечает на все вопросы следователя. Он объясняет, что гайка ему нужна в качестве грузила для удочки. Никакие другие предметы для этого не подходят так идеально, как маленькая тяжелая гайка. Следователь терпеливо объясняет безграмотному мужику, какие страшные последствия могут произойти из-за этого поступка. Всего одна отвинченная гайка может стать причиной крушения поезда и гибели ни в чем не повинных людей. Денис Григорьев не на шутку пугается, он не убийца, и у него даже в мыслях не было погубить народ. Да и как одна гайка может повлечь за собой аварию? Они всей деревней откручивают гайки железнодорожного полотна, и ничего, никакой аварии еще не было. Григорьев соглашается со всеми доводами следователя, но упорно отрицает свою вину. В ходе допроса выясняется, что во дворе у подсудимого можно найти не одну гайку. Следователь объясняет Григорьеву, что ему грозит каторга. Мужик никак не может взять в толк, за что такое наказание, и решает, что судьи совсем не знают своего дела. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.